Начинаем ебаться в подземелье каноном. И он послал у него фаербол. Давай, отражай, отражай, отражай эту суку, отражай, бум тебе, блять. Вот хуёвлин. Дай, бум, сука. Раз, два, три, как все лагает, капец. У тебя пять. Почему? Там что, меч напрягается? О, нет, только нет, гадость. А, кстати, если начинает кидаться красными шарами, значит, ты идешь в правильном направлении. То есть, Ну, он с каждой комнаты будет на удар кобный ганон. Я понял. Ну да ладно, ты только что начал каких-то кабанов из кунг-фу панда. Какая? Опять красный. Сколько можно? Красный уже. Уворачивайся, перекатывайся, делай что-нибудь. Ну вот, делаем. Давай, ну покажи мне. Ну дай мне, пожалуйста, шторм спирита. Прошу тебя. О. Давай, отклинай чем-ничем. Упади. Тык. Господи, у этого меча звук такой же, как будто из Медивала. На первой PlayStation. Точно такой же звук. Что? О! На. А, я думал еще. Сука. Это. Что ж ты так? Давай, трогай. Ну блин. Да твою мать, что ж ты так достался? Капец. Долбанный фантом, ты даже не настоящий ганон. А просто возьми это своим мечом, близи, все. Ну. Вот. Вот туда, куда эта рукоятка показывает, туда и иди. Отлично. Интересная загадка, в жизни бы не догадался. Капец. Еще интересно. Опять. Сколько можно? А? Чувак, 5 подземелий и золотой ключкой. Ау. Блин, ну у меня 3 феи, мне пофиг, понимаешь? Какие 3 феи, о чем ты? Они меня воскресят, если че. 3 раза. А, это жизнь, то есть твои. Да. Господи, ты еще и жизнь в отеле проебываешь, нифига себе. Добей мразоту. Молодец. Тик. Отлично. Вон туда. Ну как подрапал, как побежал. Саник, это ли фаст. Ну. Ой. Последнее подземелье. Ой, как должно быть. О, фея. Минус фея, блин. Первую фею просрал. Да чтоб тебе. Вторую фею. Первую. Вторую. Первую. Я лучше вторую. Знаю, у меня вообще-то этот инвентарь-то вал. Так и. Блин, реально, звук, как будто я ударяю чем-то из Медила первого сегодня. Нинтендо, перестань пиздить звуки с хороших игр. Так. Твою мать, хватит. Бесконечно. Покажите, пожалуйста, мне стрелку. Кстати, тебе выпадут стрелы, которые очень читерские. Давай, ну убей его, пожалуйста. Твою мать! Ой, я сейчас всех разрушу. Это так сложно. Попал. Напоминает это мне этот кукловод с этим щитом отражателем. Кстати, надо быть. Лол. Лол. Вот и дверь. Вот. Все. Завис стрим. Че, опять? Да. Ну, дверь я нашел. Так, короче, кошечка, надо ждать еще больше, чтобы отвисло все нормально. Сундуком можно.